Кипрский автобус. Бочонка! Прикольный автобус, кстати. Также вот эти штуки можно на прокат брать, видите? Вот таких этих. И вот такой интересный автомат здесь. Смотрите, здесь есть у нас. Даже Яндекс деньги есть. WebMoney есть, Яндекс деньги есть. PaySafe, E-Money. В общем, интернет деньги, Билан, Мегафон, прием платежей. Любой маневр с деньгами здесь можно делать. На русском языке есть? Есть, видите, на русском языке. Платежи, билеты, кабинет дилера здесь. Допустим, платежи посмотрим. Вот, мобильная связь, телевидение. Так, а где WebMoney? WebMoney где, допустим, вот если так брать. Допустим, я хочу, вот, к примеру, билеты я хочу взять. Сейчас посмотрим, можно ли в WebMoney деньгами расплатиться. Так, что они хотят? Плюс 13, так, 3. Бай, ну давай. Сейчас посмотрим. Ничего себе, что за 35 тысяч евро? Они что, с ума сошли? Ну ладно. Допустим, у нас есть... Подожди, это даже не 35 тысяч евро, это что такое? Это что вообще за цифры? Это что за кипрские цифры здесь? Так, ну ладно, продолжим. Что-то завис наш аппарат. Так, 35 евро это, эти комиссии на абонент, куда комиссия, сдачи не дает. Ставьте купюру. А купюру ставить это и так, я понимаю. Меня интересует расплатиться WebMoney. Так, ладно. Ну давай еще раз. Так, где WebMoney здесь есть? Яндекс. А вот WebMoney. Вот, допустим, я хочу купить билеты, допустим. Билеты мы уже смотрели, сейчас платежи. €55. В общем, друзья, сложновато здесь WebMoney расплатиться, я так понял. В любом случае, требует купюру, чтобы ставить. Я так думаю, что он, наверное, скорее всего, WebMoney можно положить сюда. То есть пополнить счет. YandexMoney тоже деньги можно пополнить, а не вытащить. Скорее всего, не буду говорить точно, но зачислить сдачу с чека. Так, посмотреть комиссию за платеж. Внимание, терминал сдачи не дает. Видите, надо деньги сейчас вводить. А это нам не надо. Нам деньги вводить не надо. Вот платежи. Ну давай, мобильную связь. А вот, ну давай мобильную связь. Вот белорусская есть, смотрите. Это что, украинский же флаг? Да? Украина, Беларусь, МТС. Ну, к примеру, вот. Так, ну и как нажимать? Да, вы оплачиваете, но нет, что-то непонятно. Продолжить. Видать, такого номера нету. Да. Ладно, друзья, это надо иметь еще и номер. Какой-нибудь российский. У меня нет российского номера.
такие дела, что пока все. Находимся в городе Айя-Напа. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.